Я учусь в БГУ на факультете философии и социальных наук, специальность медицинская психология на третьем курсе. Когда-то в 9 классе мне пришла идея о том, хочу создавать какие-то волонтерские проекты. Мы ходили от нашей школы, помогали детям в детских приютах. Я решила, что хочу быть медицинским психологом. Так как медицинские психологи, я думаю, все-таки ближе к человеку, как к индивидуальности, как к личности. У нас есть предмет «Психологическая помощь клинике». Там у нас много практики. Мы ездим в различные психиатрические диспансеры, где работаем непосредственно с пациентами. Огромный интерес к предметам вызывает сам преподаватель, то, как он преподносит информацию. И, послушав многих ребят, я поняла, насколько классные наши преподаватели, потому что они не приходят, они просто читают что-то с листика, они действительно рассказывают, делятся опытом, потому что у каждого из наших преподавателей есть огромный опыт, и не только сугубо в рамках университета, но и действительно частная практика, работа в разных организациях, в различных местах. Сначала я поступала в университет в 2015 году и, по идее, должна быть на четвертом курсе. Где-то зимой я начала задумываться о том, чтобы забрать документы с университета, потому что я безумно скучала по дому, скучала по маме. И поэтому, когда я приехала домой уже летом, я точно решила, что буду забирать документы. Но, проживя 4 месяца у себя дома, я поняла, что безумно хочу вернуться, безумно скучаю по своему факультету, по своей кафедре, по своим любимым преподавателям. Поэтому я уже собралась и точно решила, что приеду, возьмусь и закончу эту учебу. Я вернулась на второй курс и не знала, в какую группу я зачислена. Тогда я попросила у старших ребят, не могли бы вы скинуть, ну, это были уже новые ребята, не могли бы мне скинуть моих одногруппников. И вот мне скинули девочку одну, я спросила, куда я зачислена, она мне подсказала. И вот с этой девочкой мы общаемся до сих пор. Это моя лучшая подруга, Вероника. Я пришла в первый день на учебу и выбирали старосту. Лена как-то всем понравилась, все за нее проголосовали сразу. Лена очень интересная. Для многих людей она до сих пор остается загадкой. Но мне она открылась, я считаю, достаточно сильно. В конце второго курса нам предложили стать кураторами первокурсников. Это приятно, на самом деле приятно. И хочется каждый раз что-то придумывать, делать, организовывать.